Бруно вышел на сцену, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим, как зал будет встречать игроков. Да. Бруно вышел на сцену, выносит, видимо, приз. Это приз, да, наверное, что матч будет. Какой-нибудь лол будет. Сыр! Он об этом сыре говорил еще на прошлый International. Он с ним ходил после финала. Ну, возможно, не конкретно с этим, но вообще ходил он с аналогичным девайсом. Было бы странно, если бы с этим ходил. И Кейси. Мы очень... Ну, Кейси заводит толпу. И говорит, что вот, посмотрите, такие это сыр. Да. Я знаю, что вы, люди, уже выбрали, в принципе, игроков, которые будут играть. И вы заранее знаете, кто это будет. Но... Да, давайте к нам присоединятся наши комментаторы и вместе будем окунаться в эту атмосферу. А Кейси тем временем проводит соцопрос по поводу, кто за кого болеет. И мы видим, что за Тим Хвост у нас, конечно... Побольше болельщикам, чем за Ротикей. Зато Милад за Тим Ротикей. Виталий, ты с нами? Ротикей! Мы тебя видим! Тащи, завози! Я, привет, народ! Я футболку свою забыл, но я решил поддержать цветом. Короче, меня Каспер подставил. Мы решили, что он будет красный, я взял, все было честно. И вот он, Хвост! Вот он, тренер команды, за которую буду топить я. Так, подожди, а кто у нас на аналитике? Кто за кого? Давайте быстро. Мы за... За Хвоста. Я за Хвоста. За Хвоста. Ну, за Хвоста. Мы за Хвоста. Всех за Хвоста. За Сашку. Слишком много текилы утекло. Да, кстати, это у нас уже шоу-матч, поэтому все будет весело. Да, тут можно теперь рофлить. Да. Хвост говорит, рекламирует свою команду, говорит, что у него просто звездная команда. Только все вылетели, просто двое. Да. Звезды из Швеции, из Сингапура, из Украины и кто-то там еще популярненький. Вот Хвост не совсем помнит. Да, и Кейси говорит, что доволен ли ты тем, что наконец-то ты дорвался до власти. Естественно, Хвостецкий просто счастлив. Ротикей говорит, что команда в его команде все звезды, но фидить будут жестко. Четверочка! Вот они хвосты со стянутыми лицами, это вообще Лода! Лучший игрок его команды Лода, да не, он первый вообще вылетел, а лучший игрок команды соперника Лода. Лучше играть в своей команде Айсфрог. Вот, смотри, выходит команда, кстати. Сейчас будет взрыв. Так, да, ну вот они выходят. And the last one is Bobby. Да, Тейлос 4. Вы просто смотрите на лицо Бёрнинга. Но Ротикей представляет свою команду. А Лода там нету. Бёрнинг особенно сейчас после этого. Про Лоду он пошутил. А, хочет ли Хвост что-нибудь сказать? Не хочет. Хвост хочет плакать. Хочет пиво. Представит Хвост свою команду, а он не знает, где они. Поэтому, возможно, если он по именам их назовет. Басок включил, дошки. Вот о чем они СССР Артизи и Дэнди. Ну вот этот состав вообще супер топовый, по мне, именно в плане. Под людей представляет. There you have it, the prettiest faces. Слушай, а Хвост умеет представлять, ему надо на боксе поработать, знаешь, вот эти. Самые популярные, самые симпатичные лица в Доте, потому что за них проголосовали. Самый симпатичный соло, если чего, не просто самый популярный. Ну, соло туда почему-то не пригласили. Его не было в голосовалке, Лол, это нечестно просто. Мне кажется, он бы победил, да я уверен.
да. Вот фраза про Рутикея, вот оно. Вы помните фразу Рутикея, Лода, you can kiss my ass? Так, что за гейство происходит на сцене? Там что-то Лондейл пристает в клюве. Если спрашивают, кто-то еще хочет поцеловать кому-то что-то. Но пока желающих нет. Okay, how about this? Go to your pods! Кейси загоняет всех в... Да, Месай сейчас будет на игру. Самое интересное, это будет All Stars Game. Всем зрителям я напомню, что формат матча простой. Это одна игра. И трэш, угар и садомия. Да, да. Сейчас мы вообще непонятные герои, в непонятном порядке и на непонятных персонажах. Ну, я не знаю, кто будет пикать. Я не знаю, как вообще будет происходить пик. В прошлом году был, по-моему, реверс пик или нет. Никак не так. Нет, вроде бы какое-то АП было. Ну, что-то такое было. Что-то, да, что-то непонятное. Нет, был ЦМ в прошлом году. ЦМ был? Да, 100% был ЦМ. Ну, у меня вот... Что-то Нотейл просит пофиксить. Вот Ротикей лег спать. Ему просто неинтересно происходящее. Моей команде не нужен тренер. Ну, Кейси ему колыбельную решила спеть. Команда сказала, что Ротикей им не нужен, поэтому он прилег поспать. Не, логично. Человеку играть завтра еще. С Cloud9. А где хвост? Покажите хвоста. Если бы у хвоста была свобода действий... О! И... Кейси не ожидала обнимашек, но... Никто не ожидал. Вообще, да. Я думаю, в первую очередь Рудака не ожидал. Как спрашивает Нотейл, а как его называть? Большой папочка или Нотейл? И какая у него стратегия на игру? Боже, как он жесткий. Нотейла теперь будут называть Дате. Дады. Да, а можно у режиссера попросить, чтобы нам немножко английского звука в уши пустили, потому что мне плохо слышно. Какие? Спасибо. Да, Кейси вспоминает их переговоры на прошлом интернешнале. И что у них были хорошие времена. Тупей просто говорит. Хочет ли Пупей что-нибудь сказать хвосту Дэнди? А. Это было шикарно! Что у нас лежит сыр, а там две крысы, и все будет зашибись. У нас, кстати, пошли пики. И у нас Тини, у нас Спирит Брейкер, и Абадон уже в пике. Мы все пропустили, Виталь. Тут... Надо пикать быстро героев. И вот идет пик. Так, Магнус, это 4, конечно. Потный. А то, что это за формат? Я не понял. Это All Star Draft. Специальный, да, формат. Специально сделали, видимо, режим. Так, тут дальше пойдет. Сейчас пик. О, смотри здесь, на хвоста. Да, смотрите, какой деловой папка просто. Гоняет всех. Не говори им, что мы делаем. А мы по-тихому вообще. Лондруид от Пупея, кстати. Тускар от Чуаня. Феникс! От Айс-Айс-Айса. О, пошла жара. И... А, Дэнди говорит, что единственное, что он очень рад, что у него есть возможность снова сыграть Стармачи и наконец-то победить и надрать Пупею задницу, как он обещал в прошлом году. Так, ну что, нам осталось 3 пика. И это пуш от Биг Дэдди! Конечно! Ну что, и остались 2 героя для Артизи и для Феррари. Артизи. Да, это будет просто бомба. И берет снайпер Артизи. Или кого берет Артизи? Да, он говорит, что это будет бомба. Как бы намек. Артизи ждет. На ком будет играть Артизи вообще?
А мы знаем, снайпер, о ком, снайпер, я уверен, да. Снайпер, наверное, Ваня, нет. Да ну что ты дуришь людей, снайпер-то должен быть. О, Легион, Легион Командер Феррари. Отлично, вот Легион. Ну что, Артизи. Артизи, давай, 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 Артурка. Артизи, мы верим в тебя, Артурка. Да, Артизи. Я смотрю, он готовится. Всем уже дал свои инструкции, поэтому все будет круто. Итак, Артизи, что это будет? Ну что, 20 секунд. Снайпер. Это снайпер от Артизи. Его сейчас, наверное, переделают. Как-то. Это снайпер от Артизи. И вот! Просто жесть. Тэчис в доте! Взорвался зал, просто взорвался, Вилат. Да, тут ребята, мы это слышим, но у вас там что, в натуре бомба взорвалась или тут что? Просто, вообще, тут, да, 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 тут взорвались взрывы. Тут фейерверк решили все, запустить все, по все поводу орут. Минера. Все в дыму. Поехали. Вы посмотрите на этого пацана. Минер. Да, я все, предлагаю пошла, развернуться да? туда. Как же мы долго ждали, а? Если нас сейчас не отключат. Да, ребят, вас отключат буквально через минутку. Давайте, что вы думаете по игре? Тэчис победит всех. Конечно, победит Тэчис. А мы все приступаем... за Тэчиса. Давай, удачи, комментируйте. Да. Фу, ну что, это была наша аналитическая панель и All-Stars матч. Тэчис в игре. Комментирует Вилат и Каспер. И... Да, но пики у нас, да, в принципе, шедевральные. Да. И англичан нам, пожалуйста, отключите из уха. Да. Опа, стрим, медведь. Медведь. Нет, не надо байтиться. Артизи качает суицид. Так что ему еще качать? Только суицид. Тю-рю. И ты понимаешь, что тут проблемы 4 нужны. А почему? Почему? Где? Вот он, вот он, вот он. Шар пошел. Полетел, полетел. Бернинг. Тос. Ай-яй-яй-яй-яй. Феникс залетает. Ну и Братрум на разбеге. Это минус Бернинг. Это First Blood. Кстати, слушай, а за Пупеем ведь тоже сейчас пойдут. За ними Пупей. Реально пойдут, там Пудж заходит, воняет Пудж. Пупей делает все-таки минус. Нормально, нормально, нормально. Сейчас Биг Дэдди будет наваливать. Лоуда пытается бежать. Чуань не поймали. Чуань надо избивать. Чуань. Чуань тут заваняет, нет, скорее смотри, всего. Пока. Чуань. Он далеко, он отсюда не уедет. Нормально, ну чуть-чуть-то проехался. И еще один фраг зарабатывает у нас. Да, там, кстати, еще и Феррари гоняет Лоду. Прошу заметить, ребят, время... Вот то... Не, пошло у нас все-таки время, оно у нас вообще не шло. Думаю, что вообще происходит. Ты смотри, смотри, просто ПВП. Феррари. А вот тут Артизи с руки. Смотри, как Тэчис валит. По 30, по 30, друзья. 30 атака у Тэчиса. Многие не знают, что это за герой, но у него реально 30 атаки. Смотри, Феникс полетел. Короче, у нас начинается цирк. Ребята, цирк у нас вон Дэнди убивает, Пуш, смотри. Живи. Но Тэл просто играет с ней, ты понимаешь? Живи. Просто играет. Живи, Чуань, укати Дэнди. Опа. Хорош. И куда? А куда? И Дэнди тосает подальше, еще и тосает Чуаня сюда на Пуджа. Давай, 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 давай. Ну сейчас, сейчас же. No. Так, слушай, там у нас опять погоня, погоня, причем за Артуркой. Артурку пытаются убить. У него еще в кулдауне суицид. Блин, ну конечно, я до сих пор под впечатлением от представления Тэчиса. Да, Тэчис ворвался в доту, как положено. Со взрывами! Совсем по Артизи по своих 30 дэмэджа. Эти 30, причем там щиток, ты понимаешь, что он бьет по нулю просто. Так, дайте Артизи экспы. Что вообще происходит? Вот Бёрнинг на топе фармит, а вы не можете Артизи экспы дать. Стоят 4 чайки вот это в миде, не дают. Да-да-да, сейчас мигают, кстати, на Артурку, что-то хотят с ним сделать. Хотят убить его, там у ОС-4, кстати, есть поезд, так что он может на него ворваться. Так должен ехать, медведь. Да-да-да-да, должен езжать в стройку. Врываемся. Уйдите. Чуани Дэнди. Вот Дэнди просто не дает Артуру экспы. Вообще, говорит, не отдам. Пошел на нижней линии. У нас там тем снизу, временем внизу. Феррари. И вот он, Айс-Айс-Айс врывается. Ой, Башик, отличный Башик. Минус от Айс-Айс-Айса. И у Лоды появляется уровень, что немаловажно на Баратрумчике. Сейчас. Кстати, да. Ну, начнет контракты принимать. Заказы. Смотри, ему тупо не дают экспы получить, с ним ходят. Но у Суицида огромнейший трехминутный кулдаун. Что это? Вот это, кстати, норм. Они просто защищают Артура. И, кстати, медведя-то здесь не отпустят. Ну, кстати, там, может, медведя не отпустят. С4 подходит. С4. Закрыл. Так, пошел Стоубол на Пупея. Пупея пытаются забрать. Ассисайз жив. Ассисайз полетел. Очень хорошо полетел. Ассисайз. Пупей умер. Пупей умер. Умер также минер уже появился. И ТП сразу в драку просто. Да, нужно вот нужно залетать.
Дэнди. Дэнди без маны. Бежать. За ним Пудж. У Пуджа ТД откуда-то. Дэнди. 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 Идет Артур. Артур. Ну, мало дэмэджа у него. Он не убьет. Да-да-да. И главное сейчас не подставиться еще под Пуджа. Но у Пуджа маны не хватает. Суицид 650 дэмэджа. Мало, мало. Артур, давай. Артур. А там Феникс еще. Вот теперь надо Артуру. Теперь надо Артуру пойти в драку. Здесь же Лода. Да, 2 секунды у Лоды до разбега. Еще. Артур, будет ли суицид сейчас? Артур идет до конца. И вот он, первый фраг суицида. Течеса, вы стали свидетелями этого великого чуда. Да, этого великого действия. Так, у нас там погибает. Они вообще прекратят драться или я нет? Я не знаю, зачем, в принципе, прекращать драться. Все ведь хорошо. Там Феррари даблкил сделал. Трайхард. 11 фрагов уже Team Ruticate наклепали. Я, кстати, на каждый матч делаю ставку. Я на этот матч тоже поставил $1 на команду. Ну ты смотри, большой куш решил сорвать. А ты думал. Так, я хочу побольше Минера. Я хочу, чтобы у Минера был левел. У него уже второй. У него уже пошли Landmines. Покажите мне Landmines. Давайте. Да, мне тоже очень интересно посмотреть, как они выглядят. Ребят, всем, кто не знает, минки — это такие маленькие минки, невидимые, на них взрываешься. А у них, мы видим, что 200 фулл дэмэджа, нет, 300 дэмэджа. Это радиус, да, радиус 200. Который действует полного. Но сейчас Тортизи будет пытаться уже ставить минки. Пишет Пупей. Там в миде, СФО, закрыли, влетают, Лода и Чуань, СФО. Не может ехать. Там нормально, опять же, башенки-то хорошо залетают. Ну вот Шихуэй у меня откидывается S4. Так, подходит ноутейл, Крючела, и отлично выловил Чуаня. Кстати, о... Так, я ничего не понял, почему пишет Пупей, а стендинг, ну вот, смотри, и Медведь — это Пупей? Или да, кто? Это Медведь — это Пупей просто. А, я понял, все, я понял, Медведь — это Пупей. Пугает они меня немножечко. А вот это вот Биг Дэдди на Андроиде, да. Да-да-да, в смысле? Ну, все, нормально. Да, на Руже как раз, смотри, там у нас Артурка Медведя гоняет, Медведь-то по 30 дэмэджу пробивает. У Артурки третий левел и второй суицид, он будет максить суицид. Да, конечно, нужно максить суицид. Нужен был Дарксир. Дарксир стягивает, просто шарик вкатывается в пятерых и бабах. То, что надо. Так, я просто слышу, опять у нас крюки летают. Кстати, интересно, почему статик трап не качает Минер. Очень Минер полезная штука во время таких замесов. Суицид. Нет, все, я нормально. Имею в виду, что максит минку также. То есть он мог скачать статик трап. Статик трап единичку, да. Ну да, хотя просто, чтобы ставить. Ну ладно, покажите, мне минку, так я ее ни разу не увидел. Артизи не тратит маны у него не хватает. Он сейчас купил Worst Stages World. Ну да, тут No Tail шутит. See you in 5 minutes, kid. Вот это уже. Да просто я за тобой выехал, типа. Это то, что надо. Вот она минка. Смотрите, какая большая. Хера себе минка. Не, нормально так взрыва. Блин, а что это значит? Это значит, что Течес уже готов. Черт его бери. В игре скоро должен быть в миде драка. Дэнди, засыпает всех, кого будет тосать. Дэнди тосает. Пуджа куда-то непонятно куда. Здесь Феникс летает. Да, там летает. Феникс неплохо вроде бы разлетался, но у него пока только 4-й уровень. Тут сразу 2 минуса, 3 минуса. Ну где же этот Течес? Чизис, тот фит. Не, ну без Течес пока не готов. Течесу нужен Soul Ring. Еще первый. Вот до Soul Ring ему чуть-чуть не хватает. А, он ушел, уже можете себе его нести. Да, он уже несет себе Soul Ring. Надо, чтобы сейчас Team Хвост немножко подсобрали чехлы и перестали фидить. Потому что что-то уже Хвост нафидил, теперь еще Team Хвост фидит. Так. Ну, вот у Артура. Так, ну смотри, ну а Дэнди в миде нападает Феррари. Дэнди хорошо насыпал, должен подбрасывать сейчас на Медведя. И подходит тут еще Пупей. Ой, Дэнди умрет, Дэнди умрет. Ассисайз пытается выжигать одного второго. Феррари, шарик, Феррари. Есть шестой фраг для Team Хвост. Не, и где там Дэчис? Дэчис пока на топе. Soul Ring. Заходит S4. Пошла мина! И не добивает. Не хватает дэма. Мало урона. Слишком мало урона. 800 хп. А, он... Не, он вообще задоджил. Он с кьювером задоджил. А, лол! Да, ему только мина пробила. Да, вот это жесть. Он с кьювером просто задоджил. Мидя. Там, кстати, начинает уже выжигать. Так серьезно, на Бёрнинга ворвались у Бёрнинга. Есть щиток, ультимейт анима. Бёрнинг жив. Бежать, SSS погибает. Стрим. Пупей с хайграунда отстреливает пацанов просто. Ой-ой-ой, еще и на дуэльку Лоду вызвали. Пошла дуэлька у Легион Командера первая. Артизи заминирует первый. Т1 Тавр минирует. Да, там мигают уже, что засада, пацаны. Ну, Варта стоит. Да. Кто вообще варды на All-Stars матче поставил? Что это за бред? Короче, что это за терпило был? Кто купил Big Daddy? Это был No-Tail. Ай, No-Tail, No-Tail. Суппортство в крови, которое у него осталось. Не может он без вардов, видимо, играть.
Но мина, она просто здоровенная. Да, кстати, мы помним, как у нас руны постоянно будут минироваться. Вот это их будет по 6 штук стоять там. Да-да-да-да-да. А еще жультовые сейчас будут минки. Ну, опять так. Не дают Артуру брать их. Смотри, хорошо, забегает сюда брат Румчик вместе бит с Фенисом. Ну, мог бы идти туда Артизи. Артизи идет просто с руки бить. У него на кулдауне, у него на кулдауне. О, как там больно Легион-то команда пробивает. Только посмотри. Прорит Минка. Артурка успел поставить мину. Мина взрывается, но слишком мало урона. Мало дэмэджа. Тос тоже хороший, и это минус 4. Ты посмотри, туда бы сейчас суицидик-то. Все бы поумирали, просто все. Туда бы еще одну мину, там была одна мина, если бы там было две мины. Да, тут сам спэм и спалмы уже кидает. Пошел чат. Артизи зол, Артизи очень зол, не дают реализовать минера. Сейчас, он должен. Ну, надо сгруппироваться с Тимиком. О, кто-то на минке-то взорвался, а вот здесь Биг Дэдди. Нормасик. И поехала атака в миде. Бёрнгер 4, въезжает лода через всех. И суицидик же, ну уже, где ты? Кулдаун. Так, бочечка. Все, вот это, если кто не знает, эта бочка взрывается по заказу самого минера. И Артизи пошел. Так, нет, и вот она минка! Отличный взрыв! И Артизи еще с руки 26 урона! Как это вообще можно добить? Я не знаю. Там убили Артизи, там Биг Дэдди делает даблкил, того пужа будет тяжело убивать, боже, какое мясо происходит. Чувань тоже погибает. Где нет. Там Дэнди под вышкой остался. Не дают нам нормально посмотреть в действии Артура. На минере 6 левел у него всего. 27-9 счет. У кого там килы была вообще? Ну нормально, он еще, кстати, не сильно отстает, обычно бывает и похуже. Так, ну и вот он появляется вновь, есть у него суицид. Все, фармить на топ, надо, чтобы ему дали здесь времени немножечко. Побегали, какие-то хороводы поводили сейчас парни из команды Рутикей. Ну, команда Рутикей так серьезно отнеслась. Ну вот так вот он бочки ставит, еще и минку, и бочку, и все взрывается, и какая вообще кавабанга. Фармить им круто. Ой-ой-ой, как там только что почесал тележку крюком. И Артизи сейчас погибнет от Тейла. Нормально. Опа, манцы. Заводит на мины. Вот это уровень, вот он левел. Да, это круто. Ну, мы помним, что с Пуджом еще какая штука работала, когда... А вот, например, вот так вот ставились три мины или 4. И вот здесь стоял пуч, и он вытягивал человека, и он взрывался по дороге на этих всех минах. Да, можно даже там одну-две поставить, этого, в принципе, да. Достаточно. Как отыводил хук! Да, отличный дождь, там у нас S4 сейчас. Они зря здесь, конечно, дерутся, потому что чувак погибнет. Так, там Дэнни должен сейчас насыпать, подкинуть, ну и позаходит Тэчес, у него есть суицид. Пошла бочечка, отлично. Мало дэмджа суицид, мало дэмджа нет маны. Маны нету, нужно отходить. Бежать. 10 минут прошло, 29-9. Артур. Соло, живи. Артур, живи как-то. Артур Пирожков. Вот он, смотри, занимает позицию. Так, Льюан. Смоков накупили. Так, ну что, нам нужно... И... Ух ты! Может, его не берут, хуки? Пошел Лода. Лода 1-5. Пошел просто на ноутейл. Тэчеса забрасывают. Тэчес срывается. Ну где же надо продолжение? Где, почему так далеко находится в тени? Не команда хвоста, а хвост плохой, капитан. Да, видишь, не сыграно есть. Ой-ой-ой, там закинули SSI, погибать, догон у кого-то. Кого там догон, лол? Или мне показалось? Догон, мне кажется, не показалось. Чуань, живи, Чуань. И тут же дуэлечка от Феррари, Винер. Феррари уж... Не, ну тут уже вообще не... Догон у лондруида, если что. Догон у лондруида? Да, серьезно. Так, крюк. Эх, мимо крюк. Ну и вот не дают насладиться мощностью Тэчеса нам ребята из команды Ротикея. 34-9. Да, бедный Тэчес, как же ему достается все-таки. Я помню один такой шоу-матч на DreamHack. И мне кажется, что сейчас будет что-то необычное. Сейчас, я думаю, это только начало. Потому что что-то сильно нагло. Я поэтому вот так вот экран сделал. Надо, чтобы кто-то налевелапил сейчас. Смотри. Сейчас подходит. Налевелапил? Минус левелап. Да, минус левелап. И Тэчес, опа, как бомбочки прикольно ставит. Тос? А куда ж ты его тосаешь? У него идет суицида, что ты с ним делаешь? Так, Тэчесу не дают брать левел. Тэчесу нужен левел. Так, тут еще S4 готовится врываться, у него уже сейчас вообще есть не палится, кстати, здесь Артизи. Тупо не палится, просто
не номинируют, это так серьезно. Ну и нужна мана. Где ему взять маны? Ну, Soul Ring у него вроде как есть, регентом должен присутствовать хоть какой-никакой. Ну, Аркан Тапки еще у кого-то надо, но если они дохнут все, стоят вместе. Аркан Тапки покупает Магнус, но эта команда-то другая. Да, не особо Магнус поможет. Бегают на лоду, хотят забрать лоду. Посмотри, перетяжечка на Спирит Брейкера. Пушмит. Минус ВТФ пошла тут жара, да, не хватает немножечко. Дайте ему Рошана, ой, тут лоду ловит. Лода бежать. Лода. И лода бежать, лода хорошо бежать и ловит его ноутейл. Красавчик, ноутейл по дороге ловит лоду. Просто выловил рыбку. Нам показывает, Тим Ротикей, смотрите, там им действительно Ротикей помогает. Потеет ноутейл. Как потеет? Одной кнопкой. И в мид ТП, ты стрикуй, но ты жесткий здесь Дэнди. Дэнди вообще нифига нету. Затягивает Артизи. Артизи жив. Тосает. Артизи с ноги расстреливает. Бочку закидывает, бочка взрывается, но не хватает этого. Там Айсайсайс у нас перевоплотился. И опять подходит, смотри, опять подходит Пуч. Будет крюкировать. Айсайс далеко залетел, надо ему отзывать. Проблемы у Артурки. И еще хук сюда по Чуаню. Да, но Тел, конечно, тут крюкирует просто по-царски. Еще и РПшечка по Дэнди. Мина есть и взрывать надо было, но опоздал, кажется, Артизи. Но вот две мины это мало. На двух минах тут, конечно, никого не убьешь. Там уже 1100 хп. Ух, какой кук очередной здесь на этот раз. Опять-таки. Так, смотри, там сзади заходит Айс. Ну, мин мало, тут не надо взрывать. Айс полетел, заманивает. Мало, заманивает. Ай, поспешил, и опять поспешил. И Артизи взрывается, кого-то он смог забрать. Забрал легион командора, и Пупей тоже погибнет. Да, хорошо. Так, еще и прыгает на ноутейла, ноутейлу, пиночек, и еще пару точек. Ой, ну как его выхиливает здесь Абадон? Не, ну Абадон на шоу-матче, это как-то очень некрасиво, по-моему. Да-да-да, и смотри, дальше у нас продолжает забегать лода. Драка. Крюк, лода мансит. Лода! Это, скорее всего, минус. Братрумчик. Вот UMMR. Биг Дэдди. И лода убьет его. Хорош. И еще Бернинга убить с руки, просто Артур с руки. Не, ну это вообще... Два суицида. Лол, смотри, у нас два суицида. Абадон и Пудж. Жесть. Изи пишет. Лода поубивал всех. Магнус едет за Артуром. Не доехал. Бьет. Тут мина. Магнус пался тавр добить. Его разводят. Смотри. И Артур мог забивать. Добивает. Еще подходит Чуань. Чуань и Артур. Артур погибает. Но тут пинок от Чуаня. Пупей поставил паузу. В воздухе. Смотри, где Магнус. О, вот это, кстати, норм. Ну просто. Жопа Магнуса. Упал. Чуань спрашивает, хуешь ты старт, изи, кто? Варма Бгмая. Так, догон в два уже, гриданул тебе время Пупей. Ну, нормально у друида все идет вообще по плану. У Артура уже 11 смертей на Тэчисе. Походу, просто Пупею браслетик в секрет-шопе выпал. Нюкер, вот он себе и догон собирает. Не, ну да. Надо же хоть раз в жизни-то понюкать. Так, я зачем-то крипстат включил, не знаю, зачем. Зачем ты вообще это делаешь, да? Я, у меня, в принципе, тоже он включен, но это скорее привычный. Ой-ой-ой, Феррари нападает на лоб. Теперь его надо убить. Ой, надо отбирать у него атаку. Убить! Не, не убили Феррари пока. Как это было офигенно! Что получилось вообще? Вау, просто снял с крюка Лода ультом Феррари, и Феррари погибает. Погиб, Лода тоже погибнет. Мины! Мало. Тут еще одна мина, конечно, заманивает сюда Пупея, но Пупей взрывает медведем. Медведем мины взрывает, это, кстати, чит. И Артизи, у которого уже 50 дэмджа с руки, и Артизи увозят! У него нет суицида, и Артур здесь погибает. А успел он минку, конечно, поставить, но дэмджа она практически не уносит. Дэнди стоит вообще АФК уже. Дэнди уносит, что за фидаки со мной играют в команде? Дэнди хочет даггер насобирать, Дэнди нужен даггер. Айс стоит, байтит, тут догон вам в лицо. На! Слушай, Дэнди, пошли! Опа! Хорошо! Дэнди! А смотри, они пошли просто на клип драться, и легионка через клип забежала на базу. Что вообще происходит? Подотрут в одну сторону, С4 в другую. Просто автобусы разминулись. Иди сюда, говорит Биг Дэдди. Он убежал. Просто Биг Дэдди царит сегодня. Чувань, кстати, такие классные эти. Че в Фнатике Пуджа от Биг Дэдди не берут? Тэчис, кстати, убил Бёрнинга там суицидом, если что. А, то я думаю, что это он опять в таверне.
Магнус ультанул в этот, Магнус ультанул в шарик, но это не поможет здесь. 51 на 16. Ты смотри, что купил Артизи. Это, кстати, нормальный айтем. Артур жесткий, да, именно когда драка идет, просто нон-стоп. 5-5. А так спит-то с 50 дэмэджа, это очень важно. О, да, это да. Это Дагер у Пуджа появляется. Это слишком. Надо минировать хайграунд. Артизи все правильно делает. Центрики, центрики, эти терпилы. Отличный вопрос просто от Чуаня, что делать. Знаешь, когда тренировки в школе, а что теперь? Да-да-да-да, вот я же о чем. Ну, ну зачем медведя на мины? Ну, это рандомчик, да, конечно же, пытались закинуть Феррари, не получилось. Рудж, на Руджа, разгоняется, так, из ноги его просто, с руки Артизи, Артизи увозят, Артизи надо взрываться, нету взрыва, Артизи погибает. Ой-ой-ой, как же там много дамаги, Дэнди должен заходить, должен быть Эвеленч. Феррари, Феррари дерется до конца, Феррари едва живой. Ой-ой-ой, как там больно-то. Все там покупаются, все умирают. Да-да-да, тут уже Артурка гоняет, Артурка. Артурка выкупился, кстати. Ну, смотри, еще и Чуань тут приходит. Туда его просто, этого Артура, у него нет ничего, зачем его забрасывать туда? И бедный Феррари. Феррари, Феррари! Нет, нет ультракила, не дали сделать. Ну и все мертвы, кроме Дэнди. У Дэнди 0-6. Ну ничего нового для Дэнди. Смотри, 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 стоит. У нас бочки заманивает, заманивает. Дэнди и бочечки! Ай-яй-яй-яй-яй, Артурка! Как же все-таки Артурка плохо играет на Тэчесе. Артурка печальный. Может быть, он еще не играл в доту, когда был Тэчес? Конечно, он не играл, когда был Тэчес, ему 13 вообще было. А там счет ведется Пупей 3, Дэнди 0 на статистике с прошлого года. Так, Пупей зашел в драку, вызывает медведя с лодой ПВП. А Айс-Айс, походу, на Фениксе тоже не играл, потому что он не поворачивается в ульте. Но тут да, тут нигиляция. Команда RTK просто изничтожает, и мы так и не увидели силы Тэчеса. К сожалению, могли бы и подстаться немножечко, как бы, Тэчесу-то. Ой-ой, пуч. Ну и просто все агро в Артура. Это, конечно, не круто. Он взорвался, но не на базе. Да, и тут Чуани начинают прессовать. Вот единственный огромный плюс Тэчеса, то, что он респаунится сейчас быстро. Ну да, он 9-й левел. Так, Дэнди заходит. Смотри, смотри, идет байт. Байт на фонтан. Медведя тоснул под фонтан, медведь сгорел. А С4 увозит этот фонтан. Вообще, что вытворит Т4? Сколько там дэмэджа. Смотри, смотри, байтит, байтит Артизи теперь еще. Да, иди сюда, иди. По одному, по одному. Еще и гем купили, терпилы. Так, не попал. Мимо. Отсчет вел до ноутейл. Еще и ноутейла тут прикрыло немного. Что-то Артурка, видимо, задумал взорвать фонтан. Я не знаю, что он там. Подожди, подожди, подожди. Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Я уверен, что Valve Артурку одного не оставят. Я уверен, нельзя оставлять. Да, нельзя. Не бросайте Тэчеса. Не попал, не попал здесь Биг Дэдди. Да, всего лишь в радиусе двух экранов находился ближайший враг. Побежал Лода. Куда же ты бежишь, Лода? Ты же один. А, нет, не один. Там толпа приехала. И Магнус залетает, и Магнус просто разваливает здесь всех, команда. Там такой сплэш, забей. Вообще пробить его, ну, убили Феррари. Феррари 15 фрагов, 20 ассистов. Феррари, кстати, задрачивает Дагер, Владмирс, как и в прошлом году. Ох, что-то от Феррари. Где догоны вообще? Что за фигня? Бёрнинг. Бёрнинг. И суицид от Бёрнинга очередной. Ой-ой-ой. По-моему, тут Биг Дэдди что-то задумал. Слушай, ну, да, хотел там поймать человека. Тут за Дэнди просто, смотри, бегает. Они уже такую тьму времени бегают за... Они оставляют Пупею. Они хотят, чтобы Пупей его только щелкал, и все. Сейчас там напишут в официальном англоязычном стриме, что 4-0 или в нашем стриме, если кто пишет. Убей его. Бить! Спирит Брейкер сбивает, кстати. Ой, бэк. Так, Артур, 11-й левел, кстати. Вторые ультовые минки.
Да, но все так надо идти атаковать. Там четвертый суицид. 1500 урона наносит суицид. Да, полторы тысячи. У Буджа 3000 хп, если еще. Квака! 3000. О, мой бог. У него 3000. А у него 74 силы украдено. 70... И опять Артур встреет. Спасает, не спасает. Хорошо, Чуань. Спасает до тех пор, пока Чуань его не увез. Слушай. И Биг Дэдди просто все. И это минус очередной. Пупей щелкает. Ну и тут разваливают дальше хвоста. Уже 73 фрага наклепали. А, продолжает хавать силу. Плюс 109. Просто забей. Да, у Пуджа, конечно, проблем со здоровьем нету. 3400 хп. На 23-й минуте. Дэнди нажал паузу. Подождите, просит Дэнди. Что сейчас будет? Взяточка, взяточка залетает от Дани. И на ту... Стри, пупей, пупей ждет, пока откулдаунится догон. Дэнди, иди отсюда. Стри, пупей, догон. 3, 2, 1. И тычка! Догон, догон залетает. Дэнди, байбэк. Там смотри, Абадона просто закинули прям на базу. Он отхилялся. Так, 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 сейчас появится Артур. Вот он, Артур. Артур, где дагер? Артур, Артур закидывает и есть минус С4. Взорвал там. Чип 4 гриданул уже догон, тем не менее. Пупей, Дэнди. Пупей там вообще что-то разбушевал. Да, тут Чуаня тоже съели. В результате Лода забегает. Лода, Лода. Как нет, убить уже этого Пуджа? У него уже 3600. Нормально, наконец забрали. Наконец-то. Феррари, бить, Феррари, бить, Феррари. Бить! Ах, Феррари убегает, кажется. Телепорт на базу. Что за терпило только что сделал? А, это был как раз-таки... Слушай, Лоду-то вдвоем они победят-то под дуэлью, конечно. Конечно, да, победят. А тут Артур. Артур, не отпускать. Смотри, 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 сзади подходит и ракетка. Пиу, пиу. Еще и статис трап. Айс-айс, нет ульта, надо лететь. Взрывать! И вот так вот! Ну все, разводится. Слушай, отбились. Отбились. Ну да, действительно отбились. Можно у нас уже 103 фрага и отбились такие ребята. Нам показывает Лоду. И Айс-Айс-Айса там сзади сидит хвост. Руководит пацанами. Я так понимаю, на сыр команда победителей заберет. Кстати, сырочек нам бы сегодня пригодился, если что, под вечер. Ой-ой-ой, ты смотри. Смотри, смог. Рошан, это будет Рошан. Я не знаю, что это будет. Это будет Пупей, походу. Артизи просто взял и... Взял и застилил на линии этого. О, смотри, пей, смотри, пей, 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 красная, пей. Ну. Так, отлично. Пятерых просто. Да, как с этим бороться, непонятно. Ух, что это С4. Чуань, очередную паузу просит. Чуань, что случилось? Тренер, вот туду. Give me my boot. Не убивайте меня, я отдам тапок. И... Убили. Дэнди его добил. Дэнди один живой. Дэнди. Дэнди идет забирать тапок. Дэнди забрал тапок. И делает фаут. Вот это. Ой, мой бог. Нупс 4К ММР. Так, там Легион Командер, там они решили... Ой, зарезали Голден Думлинга. Что это за фигня вообще? Чуаневского. У Чуани же есть Голден Думлинг. Да, я знаю, он вчера при мне распаковывал, он ему дропнул при мне, сидел в компьютерном клубе. Дэнди. Дэнди, бежать. Бежать, там нет хука, бежать. Дэнди, смотри, смотри. Угрожает, угрожает, угрожает. Ах! Феррари таких не отпускает. Вагнуй прыжочек, Найс Айс Айс его тоже очень быстро убивает. Ну где же Тэчис? Вот он! Нет, он просто умирает. У него нет байбека. О, Пупи, кстати, делает догон 5 рефрешер, если что. На медведя. На медведя, да. Не, ну это хороший подход к турниру. Вальве, please help, Тэчис. Да, вот тоже пишет Артизи. Хей, хей, типа, Вольво. Вольво, что происходит? Почему Тэчис проигрывает? Чуань, стоп. Please, I beg you. Не, Феррари таких не слушает. Лода? Не, ну Лоду тут, кажется, тоже будут убивать сейчас. Да, его просто пятером уничтожают. Ну и все ждут появления Тэчиса через 12 секунд. Давайте, Вальве. Вальве, мы вас верим. Тэнди, Тэнди. Тэнди байтит. Опа! Туда Абадона. Нормально. Бёрнинга подрезали, все хорошо. И Пупей продолжает его щелкать. Сколько уже раз я у него убил, я не знаю. Пупей 25 фрагов. 25 фрагов у Пупея.
монстре. Этот танкует, у него 3700 хп. О, и Магнус по всем, и Артизи вообще не дают играть. Ну уже, Вольва, мы верим, мы знаем, что вы просто так не можете отдать Течеса. Жоу пишет, я не могу на это смотреть. Тедди затосал и... Да ладно! И с ульты будет залетать, да, пытается подтолкнуть дальше, но не получается. Да ладно, ну не добивает Лоду, еще надо добивать, но Нутейла Лода не смог этого сделать. Да и что там, доберут все-таки Нутейла, да, идет погоня в шаре просто. Ну наконец-то, еще и на Бернинга напали. Так, я требую Рошаны в помощь команде Хвоста. Смотри, Артизи делает куда? Артизи, что это было за ТП? Просто взорвался. У Артизи, кстати, 5-23-11. 23 смерти. Пили его, пили его. Тигоскептор — это какое-то читерство. Кстати, что они со Сайсом недалеко от него ушли? Там 22 и 20, соответственно. Так, очередная атака. У Дэнди 0.13, если что. Да, у Дэнди тоже что-то не пошло, мне кажется. За карту вылетел тем временем. У нас Сайс получил 5-й догон и умер. Так, ну и Дэнди. Ой-ой-ой, как же все-таки больно бьет Легионка. 96 фрагов. Осталось 4 фрага. И будет сотка. А 100 вообще здесь помещается? Должно вроде помещаться. Я не видел ни разу. Думаю, что Дота не рассчитана на такое количество цифр. Ой-ой-ой, как же только что Лоду подставил. Чувань! И отличный пинок. То есть 4С4. Ну, где же? Не дают еще разыграться. Не дают Дэйчесу разыграться. Он только купил и ул. 99. Трайхардс пишет. Прав. Кто-то бы зашел хоть сюда, что ли. Learn to play. Курицу опять убили. Так. Ну еще люди призы получают за это, слушай. Ой, так прикольно. Только что за смерть тренера было. Очередной вброс от Дэндика. Пытаются забрать здесь Бёрдика. Бёрдик стоит, танкует. Артур Мины все повзрывал слишком рано, тут чей-то тапок валяется. А это Чуаня, да? Чей-то тапок. Говорю, Артур неопытный, просто не умеет играть на Тэчесе. Да, Дэнди или Габлаку. Габлак когда-то на Тэчесе еще во времена ДТС 2009 соломит ходил. Тут вагамамы не хватает. Да, вагамамы, великолепного Тэчеса. Смотри, куда они пошли? Что это такое? Куда они пошли? Пудж, иди сюда. Чувань что-нибудь пытается убежать. Сигилочку и поставил. И вот он, 100-й фраг. 100. Вот, Пупей. 28-2 на 34. Где рефрешит Пупей? Они идут пушить. Они идут пушить. Ред Дото. Ой, вот это круто. А в это время Артизи уводит на себя. И Сал просто сходит с ума. Артизист. Артизи кайтит. Выигрывает время для команды. Артурка хорош. Мне кажется, что добром это не закончится, слушай. Это как в фильме ужасов, когда играет такая напряженная музыка. Ты понимаешь, что-то сейчас произойдет. Его сопровождают. У него эскорт просто. Тихо. А его там оставят. Просто оставят, у него нет телепорта. И курьера еще минуту нет. Ай, лол, тайм-аут по ю. Стой, с хайграунда расстреливай. О, нормально навалит, слушай. Стоит, смотри, на. Зерил Дакон. 5 уровня. У Лондруида. Это было больно. Это было очень больно. Сейчас догон 5. На! Не, Пупей вообще таких, мне кажется, не прощает. Пупей что-то разозлился. Почему не дают Пупею Лондруида с 30 догоном фрагов, сделать? 34 ассиста у Пупея. Ай, там еще ловят Дэнди. Дэнди уже раз 40 умер. Жоу пишет. Не голосуйте за 430-го, ну, за Феррари или за S4. Они потные слишком. А S4 вообще на ком играет? S4 на Магнусе. На Магнусе, да-да-да, не слишком жестко. Так, серьезные ребята. Где же это Тэчес? Т4 сносят. Ну что, Valve? Ну спасите их, Valve! Артизи идет делать тачдаун.
Или нет, или не идет. И трон пока стоит, еще Т4 вышечка. Артизи идет, идет в атаку. Всех съели, и остается, кажется, один Артур вместе Артур. С Чуванем. Артур! И попадает и момент истины! Взорвался, но никого не продал. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну неужели упадет трон? Неужели валвы не спасут хвоста? 110-26, летает Golden Doomling, умер, вот он, валяется. Да, быстренько так Думлинга сбили. Ну и трон, вот он, трон. Байбек от Течиса. Ну, последняя убирает попытка. Думлинги. Артизи! Нет. Погибает. Нет. И трон, наверное, упадет. И никто не поможет команде хвоста. К сожалению, бьет здесь. 4700 хп у Пужа, это просто... Да, 138 силы. Сию, это и 5! Это ГГ! Ну что, вот она искренняя радость, победа, получение сыра заветного, да, смотри, вот он. Смотри, какая радость у команды Радикея. Дэнди обвиняет Трайхардс, Дэнди, который закончил эту игру со статой 0.16. Но Артур победил всех, 27 смертей у Течиса. У Течиса смертей столько же, сколько у всей команды вместе взятой, у другой команды вместе взятой, имею в виду. Да, вот он, герой этого дня, Артизи. Пупей понюхал сыр, говорит, это то самое. Айс. В крыску забрал сыр. И убегает. Убегать оттуда. Так, ну может нам подключить на студию аналитики, если там есть кто. Если они еще живы. Чувань хочет съесть сыр целиком. Ладно, хвост отдал сыр. Так уж и быть. Да что тут анализировать? Я ребят, на деле, считаете ли вы, не что горел, что затрайтхардили, а? Я просто так не горел всю свою жизнь. Ну что это такое? За что? Зачем мы не позвали Бёрдинга? Не, вся уважуха Бёрдингу за все, что он сделал для Доты, в Доте и так далее. Ну что за Абадон? Почему его братан Феррари пикает Легион Командеров? В чем тут фан? Где фан? Что это было? Так, давайте послушаем... Они уже издеваются над сыром. Потихоньку от него откусывают. Крисы. Купи, пока самый жадный. Дэнди говорит, что крысы. Донди. А в них теперь... А как вообще на вкус? На вкус как победа. Как раз то, чего лоть не хватало очень. Стригом погрызли. В натуре. Очень воняет сыр. Кто еще хочет откусить? Кейси! Кейси! Зал скандирует Кейси и просят, чтобы она укусила сыр. Она, по-моему, не в восторге. Не, ну она же сказала, что сыр вонючий. Тоже его хочет есть там. Ты не хочешь. А не похоже, не похоже. Да-да-да. So delicious. Что происходит? Я недоволен, что не помогли. А, это они Артизи сбрили? Да, они кажется. Переделились как-то всемиром. А не, это они, короче, сбрили тех, кто уже кто еще в турнире. Они лузера. Лузера отдельно, а тех, кто в турнире отдельно. Да, поздравляем команду RTK. Кейси никак не может доесть этот сыр. Да как его доесть-то? Да прибудет с вами сыр. Да, ну что, закончился у нас. Ну что ж, шоу-матч. Да, и, кстати, вот отличную фразу сказал только что Джеймс, что мы только что видели приблизительно то, что происходит в каждом матче. Ой-ой-ой, Мир. Факинмен, но он сказал, интересно, откуда Лода знает, какой пост победы. Теперь Лода знает. Воу-воу-воу-воу, это он зря так сделал. Теперь Лода знает, как на вкус победы. Врагов себе нажил, Факинмен. Ну, в общем... Так-то, конечно, все очень мило и так далее, но от игры двоякие ощущения. Все ждали, что Айсфрог поможет как-то команде проигравших Течесу. Или хотя бы Айсфрог не пришел на помощь.
А Бадон зато пришел на помощь. Пожар, отвел. Карнавал. Меку только не купил. Меку зря. Только Меку. Не купил Меку. Меки не было. Почему не Меки не было? Надо проанализировать. Наверное, нужна была Мека им. Why not? Я тоже согласен, что надо было купить Меку. Я согласен, что как на Дримхаке надо было наспавнить, ну, хотя бы три Рошана команде хотя хвоста. Бы, хотя бы три. Или сделать какую-то бату. А нам предлагают посмотреть на хайлайт. Или левелап Т-125. All-Stars матча. Хайлайта. Они да, включили хайлайты. Я попрошу режиссера убрать нам предпрослушку английского звука, а то очень мешает. Спасибо. Ну, вообще, я с тобой, Инесс, согласен. Я до конца надеялся. Я был уверен, что что-то такое будет. А, ну, вот, немножечко не поперло. Но не согласен ли ты, что Артизи вообще не умеет играть на Тетрисе? Да вообще нубас, блин, это что такое? Это не Тетрис, это какая-то... Забей, где? Что он вообще делал? Почему они пошли в мид? Пойти в лес, помить. Почему Артизи? Почему? Где Дэндюша на Тетрисе? О, вот, Дэндюша, все нормально. Вы правда хотите анализировать этот матч? Конечно, пошел в лес, куда что мы будем анализировать его до конца. Иван, вы знаете, сколько раз умер Дэнди? Сколько? Достаточно. 13. Но меньше других? 15. 16 вообще. 16. 0.16 у Дэнди. То есть он не фит? Нет, он не фит. Не фит. Не фит. Получается, что да. Ну, то есть Майлз выигрывал игры 0.20 на Виномансере. Конечно. Команда подвела. 1.33, братан, 1.33. Ладно, давайте проанализируем этот матч. На самом деле, в выходе в миди, когда Магнус словил в РП пятерых, потом был подхил, была еще возможность реабилитироваться. Опа, Арканку выбрали. Войс на спектру. А нет, не Арканку. Арканку, Арканку. А модель на Джиггернаута, да? Давайте. Арканку на Фантомочку. Модель на Вайпера. Офигенно. Модель... Не, ну Вайпер реально... Войд. На Войда! Да ладно, это а зачем Войду менять? Надо было Вайпера менять. Вайпера надо было менять. Конечно, я недоволен. Я недоволен. Мне даже в воркшопе говорили, что это Вайпер. Вот в чем дело. Так лол, так Вайпер просто реально убогий какой-то, а Войд в порядке. Воркшоперы сказали, ну а как насчет арканы на этой? Довольны? Нет, на... я не доволен. Зачем фантомки арканы? Инвокер крут был бы. Не, ну и ладно, крут. Слышь, на... Короче. На фантомку нормальная аркана будет. Будет кровище, знаешь, на весь экран такая... Вот кто голосовал за эту фантомку! Я голосовал! Да, это было нет. Нет, кстати, будет классно, если кровище будет тупо в экран лететь. Ну да, да, 3D очки еще надо будет одевать. Да, в экраны, чтобы потом ты не видел ничего происходит. Короче, я объявляю... Тогда тот, кого убивают, скрита не должен видеть. Я объявляю какой-то не... Голодовку! Я хочу аркану на виспа. Мы уже уговаривали. Где аркану на виспа? Каким образом вообще висп и пуч и инвокер проиграли фантомки, как это вышло? Я не знаю. Мне понятно. Потому что все говорили, за пуджа будут голосовать только школьники. И голосовали за фантомку. Да, и голосовали за фантомку. И голосовали против пуджа. Ну вообще я так и сделал, да. Я за Патму там, Патма его выиграл в первом же раунде. Патма, это было бы действительно круто. По поводу голоса я, в принципе, согласен. По поводу Энигмы, но там... По поводу Спектры, но там были, по-моему, получше варианты, которые можно было изменить. Да ладно, забей. Но она тоже невнятная какая-то, эта секунду сестра. Секунду назад да, Артизи написал в Твиттере, я первый в мире игрок на Тетрисе, я крутой. Я им напишу, на самом деле, игрок на Тетрисе. Не, реально, надо было дать Тетриса тому, кто играл в первую доту, не. Вань, все было правильно сделано, это английские фаны, это Артизи, английские, американские фаны, Артизи, то есть здесь, все абсолютно было правильно. Ну да, тут логично, но это, конечно... Логично, но неправильно. Логично было то, что... Китайский комментатор, легендарный Жоу, чемпион International 2-го, написал в конце игры: не голосуйте больше за Феррари и за S4. Да. И за Бёрнинг. Нет, слишком... за S4 вообще нереально. Он говорил про S4 и Феррари. Да, но S4 собрал Батл Фури, Даггер, еще. Какой он? Дагон собрал S4? Не, Дагон собрал S4. Да бог с ним с S4. Ну действительно, кто пикает хилы Абадонов, блин, в шоу-матче на First Pick? Ты что, с ума сошел, дядя? Ну ты что, кого ты хилишь? Не, ну как у него горит? Пикнул Абадона, качай чертов. Горишь! Ну на самом деле, качай Фростмор, качай Плюс. Горишь! Горишь! Горишь, Инесс! Сгоришь! Я сгорел! Горишь. Я сгорел! Я сейчас пойду записывать ревью дня. Ребят, так, нам наш режиссер говорит, что мы позакрывали наши рты, потому что уже седьмой час утра уже в Москве, а мы тут начинаем... Нас выгоняют. Выгоняют нас из Ски-арены. Так, что мы с Каспером быстро попрощаемся, потом вы завтра... Тим Рутикей принесли мне еще один доллар. Блин, доллар на них поставил. Целый доллар? Целый доллар! Я зажал? Победитель. Завтра у нас в то же время, в том же месте, мы начинаем сначала с матча
Вичи против Клауд, а потом продолжим цирком в исполнении ДК и LGD. Я надеюсь, что ДК соберут свои чехлы, Бёрнинг сыграет хотя бы так, как шоу-матче он сыграл. Нет, это была просто грязь какая-то. Да, ну что ж, друзья, мы с Вилатом будем с вами прощаться. До скорых встреч по ту сторону сетевого кабеля, ну и слово нашим аналитикам. Пока.드디어 세상에 나왔구나. 침묵술사. 내게 침묵의 재능이 있지. 네 실력을 과대평가하지 마라. 남자라면 주먹이지. 짜잔! 선취점. 선취점이군. 오늘은 화끈한 날인데. 넌 참 피곤한 녀석이구나. 침묵! 나 한 대, 너 한 대, 어때? 악몽이 이 전제를 지우리라. 이건 좀 아플걸? 내 주먹 맛을 음미해봐. 펀치 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 마무리 펀치. 그래 재밌겠는걸.